Еще одно актуальное направление – обеспечение безопасности детей. В летний период юные граждане нуждаются в особо пристальном внимании. Трагедия на воде произошла в Аликовском районе. Накануне вечером в пруду утонул 9-летний мальчик. Известно, что плавать он не умел, взрослых рядом тоже не оказалось. Тело обнаружили на расстоянии 10 метров от берега. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия. В том числе в целях установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, он скончался от утопления в воде. Каких-либо повреждений на теле погибшего, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере его смерти, не имеется. В ходе проверочных мероприятий будут приняты меры по установлению обстоятельств, в результате которых указанная трагедия имела место. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Это уже третий несчастный случай с ребенком на воде с начала этого года. Уважаемые родители, просим вас быть бдительными, не оставлять своих детей без присмотра, особенно вблизи водоема.